Всем привет! Сегодня я вам покажу, как создавать текстовые сообщения в сценарии, всплывающие, знаете, я думаю, многие видели сообщения с изображением. Вот я сейчас на примере покажу своих, которые я сделал с помощью LuaScript. Вот такие вот сообщения. Еще одно. Вот как это все делается, что нужно писать, как прописывать эти скрипты. Ну давайте начнем. Так, давайте в редактор зайдем. Так, что нам потребуется? Ну, для начала, соответственно, мы должны создать сценарий.
HTML-файл. HTML-файл. Соответственно, я все это под видео вам приложу. Документ, папка нужна, and, дальше, тут у меня, как видите, два файла, ну, сами видели, два сообщения, два файла, каждое сообщение создаете новый HTML файл. Тут уже сложно ничего нет, просто копируете, можете скопировать, вставить, что мы сейчас и сделаем. Просто измените название, поменяете. Так, открываем Notepad. Здесь измените. Ну, это я тут пробовал. Изменяйте вот эти файлы все. Надписи, короче, файлы. Я, короче, это все удалю и потом вам скину. Просто напишу туда там тексты, что угодно. И сюда будет добавлять свои тексты и так далее. Значит так, здесь BRP, здесь прописываются тексты, шрифт меняется вот в этих полях. Arial, у меня в данном случае стоит Arial, значение, размер шрифта, вот, значит, здесь цвет шрифта, здесь у нас цвет фона, ну, в данном случае у меня вот такой прозрачный серый стоит фон. Вот здесь все это дело прописываю. Значит, размер изображения 128 на 128 пикселей должен быть. В формате желательно PNG, вернее. Вот. Так. И дальше идем куда? Дальше нам нужно открыть Lua скрипт. Открываем Lua. Так, он у меня уже тут был открыт. Вот, значит, что у меня тут прописано. Я даже не знаю. Давайте я не буду вдаваться в подробности и заморачиваться. Тут, в принципе, сами попробуйте уже поэкспериментировать. Тут как бы есть такой вот это все подсказочки. В центре, left, левое, влево, вправо. Вот. Значение выше, ниже. Вот эти все значки, цифры. Значит, нам надо создать, вот мы сделали, да, создали вот это, написали, где у нас, короче, документ создали, и теперь нам надо прописать скрипт. Значит, я что делаю? Я копирую вот эту часть, копирую вот эту часть, Ctrl-C, ну, так как он у меня готовый, мне прописывать ничего не надо уже. Соответственно, я вам его скину. Так, дальше смотрим, сколько у нас тут пропуск стоит. Я просто как по видео делаю. После енда. Раз, два, три. Так, значит, после енда опускаем. Даже не так. Вот так вот. Пускаем раз, два, три. Отлично. Вниз опустимся. Так. If event. Нам надо вот отсюда писать все это. Ctrl-V. Вставляем. Все отлично. Скрипт готов. Так, что делаем дальше? Теперь нам надо переписать. Переписать нам нужно, соответственно, на что мы написали вот здесь, в этом поле. Ctrl-C сейчас коперну и вставляем его сюда.
Так, Ctrl-V. Реверс. Отлично. Дальше что? Здесь то, что я писал, соответственно, но... Допустим, мне эта штука не нужна, я ее удалю просто. Вы можете что-то свое сюда прописать, если хотите. Я пробовал писать русскими, ну, с русской раскладки не работает, кракозябра появляется. Только английский у меня. Так, хорошо, вот это я сейчас удалю, оно мне не нужно. Нам теперь нужно создать какой-нибудь текстовый документ. Ой, текстовый документ. Изображение, извиняюсь. Нам нужно создать изображение, чтобы сам вот этот скрипт ссылался на вот это, то, что мы сделали. Так, вот это сейчас почистим, удалим, оно не нужно. Мы свое другое тут напишем. Так. Нам нужно задать изображение. Так, в фотошопе мне где-то были уже готовы, но не помню. Да, еще одно изображение кидайте не в папку, где сам HTML-код находится, а где находятся скрипты. Так, мне надо найти, мне надо... Нет, открыть в новом окне. Я запамятовал, где у меня что сейчас находится. Так, открывайся ты, господи, не тормози. Мандес, короче. Не компьютер, а ведро. Так, картинка PNG. А что у меня за картинка тут? Ну, еще час давай прогрузись. Так. Просмотр. Сейчас посмотрим, что у меня здесь находится. А, это то, что у меня было. Блин, делать новое, а здесь что? Так, ладно. Тут пишет ты, гад, ну что ж такое, а? Так, закройся. Давай ведро, давай тряпка, блин, работай. Дохлятина. Так. Рисунок. Рисунки. Во, вот другое дело. Что-нибудь такое, блин, брутальное сейчас мы поставим. Так, чё бы выбрать-то? Хрен его знает, блин. Вот этого, блин, страшненького. Так, сохраним изображение. Дар, на. Так, борода. Так, хорошо. Пусть будет в загрузках. Все, ты нам больше не нужен. До свидания. До свидания.
До свидания. Так, закроем, чтобы нам ничего тут не мешалось. Так, так. Так, это пока свернем. Нам фотошопчик нужен. Почему у меня тут два открыто? Так, закрыть один. А, ну понятно. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Это мы все равно потом откроем. Так. Это нам не нужно. Надо немножко пофотошопить. Вы можете в интернете где-нибудь найти там онлайн обрезка изображения там прочее прочее. Я же это сделал просто в фотошопе. Так, иди нафиг. Сейчас он долго думает, сейчас прогрузится. Уж извините, прот слабенький, а сами ноутбук уже не молодой. Вот так вот. Приходится работать на чем, что есть, вернее. Силёнок ему не хватает. Не хватает. Так, создадим. Ну не тормози. Так, файлик создадим. Я уже тут, я уже их делал. Вот изображение 128 на 128. Имя по-английски сейчас напишем, чтобы не переписывать, а просто скопируем. Так, борода просто напишу и все. Нах, не буду париться. Борода. Это я все равно вам для примера показываю, как работать с LoA-скриптами. Так, good. Отлично. Теперь нам нужен наш дядька. Сами видите, сколько у меня там места. Один жесткий диск спалил. Давай, борода, иди сюда. Перебрасывай. Да. Можно так оставить, можно подрезать полностью, скажем. Можно вот так сделать. А можно оставить как есть. Скажем, немножечко его трансформируем. Свободно трансформируем. Вывония. Карл Маркс. Так, и так мы его подгоним. Все, так, файл. Сохранить как. Сохраняем его. Ну, прямо сюда же, где я. И чтобы отсюда было удобнее доставать. Да, борода. Борода. Хорошо. Все, Photoshop нам не нужен больше. Так, это нам тоже не нужно. Сейчас, секундочку, ребят. Зря я закрыл вот эту папку. Потому что туда я его скинул. Вот. Так вот. Так, давай-ка. Да, блин, двигайся ты, господи. Так, 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 продолжаем разговор. Так, у нас тут прописано, так, это та. Теперь нам нужно что сделать? Теперь нам надо ставить изображение. А, вот сюда. Ну, не, ну, да, сейчас, сначала надо это изображение скинуть. Так, сейчас зайдем опять в open folder. Надо изображение вот от Седова скинуть урода вот сюда. Так, good. Все, больше нам это не нужно. Теперь мы копируем вот это. Копируем.
Так, и дальше что мы делаем? Дальше сам идем в скрипт. И вот здесь, в этом поле, вставляем название нашего изображения. Ctrl-V. Здесь можете написать любой текст, что вы хотите. Там, переведите стрелку. Ты гик, мотылек. Так, так, спокойно. Переведите стрелку. Отлично. Так, так, так. Это готово. Что там у нас? Сейчас, секундочку. Так, это. Это не то. Где наш скрипт? Где наш скрипт? Вот он. Или не он? Да, реверс. Да, вот здесь надо написать, вернее, имя изображения. Вот. Борода. Так, теперь проверяем. Здесь у нас реверс. Это. Можно сохранять, можно через... Но я обычно сохраняю. На всякий пожарный. И здесь сохранить. Так, ну и теперь проверим. Нет. Не проверим. Теперь надо нажать на Relate. И Complete Generate MD5. Все. Так. Угу. Время. Ну, можно время задавать, можно не задавать. Одна секунда. Пусть будет одна секунда. Так, ну все, теперь проверяем все это дело, как у нас все это будет работать. Только не вылетай. Раз. Два. Поехали. Сейчас я немножко на паузу поставлю, потому что тормозит жутко, блин. Да, блин. Тормозит жестко. Я когда буду подъезжать к реверсу, я включусь. Сейчас посмотрим. Он даже умудряется знать, что этот бандикам, он даже не напрямую его снимает видео. Это очень странно. Ай-яй-яй. Так, и чего? В принципе, то... Так, секундочку.
Так, ребята, немного тупанул. Неправильно сделал, короче, смотрите. Так, еще раз. Я тут уже переписал, реверс интер написал, но это не важно, можно было и оставить реверс, но что я сделал не так? На ошибках, как говорится, учится. В Lua скрипте, где HTML, нужно писать то же, что написано у вас и вот здесь, в сообщении HTML. Реверс интро HTML. Ну, в данном случае это то, что у меня написано и в файле вот здесь. Также нужно писать в скрипте, в HTML, чтобы он активировал сам код, сам вот этот HTML файл. Вот. А борода, блин, короче, название изображения, соответственно, пишите уже вот именно сюда, вот сюда. Вот. Далее, также все это открываете, ну уже как открывать я показывал, сохранять relate и чтобы активировать complete генератор MD5. Вот это активация. И еще одно, если вдруг бывает такое, вдруг где-то что-то зацепите в самом скрипте, да, может быть такое, скажем, где-то что-то там вы удалили, или, скажем, вот я на примере вот этого сейчас сделаю, Ctrl-C, вот просто взяли и удалили, и у вас может выдать ошибку. Сейчас посмотрим, выдаст он или нет, я сейчас специально сохраню. Так, relate, значит нет. Это странно. Обычно. А, вот. Тут как бы вот это не сильно по ходу роли играет. А, ну да, это не то. Не то я вам показал. Сам скрипт-то вот он. Это просто. Это я тоже взял, позаимствовал там. И уже на свой лад переписал. Сам скрипт вот он. Вот он. Вот он скрипт. И если здесь, скажем, вот допустим. Сейчас Ctrl-C, коперну, удалю. Смотрите. Так. Сейчас посмотрим, что у нас с вами получилось. Я думаю, изображение помните, которое мы делали.
Главное все правильно написать, не как я вот вам сначала начал показывать, много ошибок наделал, сам же сколько раз экспериментировал и сам же, собственно говоря, на те же грабли и наступил. В общем, надеюсь, что для вас это видео будет познавательным. Я думаю, потом можно еще раз немного поработать со скриптами в дальнейшем, разобрать, что за что отвечает. Потому что на английском языке я много видел видео, на русском вообще ни одного. Ну, в общем, как-то так. Надеюсь, не очень сильно вам голову заморочил. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Скрипты я, соответственно, оставлю. Я просто там поудаляю тексты. Уже сами потом будете свое писать. Соответственно, как вы хотите там. Вообще, ладно, у меня сейчас голова тоже сейчас плохо работает. После работы устал, еще и видео записываю, еще и соседи по башке там настучали. Ну, сверлители, долблители. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вступайте в группу. Всем спасибо за просмотр. Удачи вам всем. Все, всем пока. И отдыхать.